В Латвии новый поворот в деле о сексуальных домогательствах в Латвийской музыкальной академии. Через месяц после того, как история получила огласку, ректор высшего учебного заведения решил покинуть свой пост. В начале весны 7 студенток музыкальной академии анонимно рассказали журналистам латвийского телевидения о домогательствах со стороны преподавателей. После того, как сюжет вышел в эфир, полиция начала расследование. Свою проверку провело и руководство академии. По последним данным, один педагог уволен и другой отстранен. В интервью нашей программе ректор учебного заведения рассказал, что за этот месяц создан план, как действовать в подобных ситуациях. Разработаны механизмы оповещения, обучения работников, выпущены информационные материалы. Но, по словам ректора, из-за его конфликта с Советом учебного заведения и Министерством культуры работа Академии зашла в тупик. Я подаю в отставку, чтобы Академии было хорошо, чтобы она могла успешно продолжать свою работу. Министерство множество раз высказывало мысль, что мне надо уйти. Ничего не поменялось вплоть до моего шага. Но я хочу подчеркнуть, что вся отрасль культуры напрямую связана и зависит от министерства. Единственный вариант — это сотрудничество и диалог. К сожалению, ни сотрудничества, ни диалога не происходит, и кажется, они невозможны. Я оценил решение ректора уйти с поста. Для него оно не было легким. У нас, конечно, сотрудничество в последний месяц было сложным. Ситуации, когда студенческое самоуправление, Совет Академии и Министерство культуры высказали недоверие ректору, понятно, что руководство Академии зашло в тупик. Я оценил его смелость. Сейчас мы ищем, кто его заменит, и будут выборы нового ректора.